Снова всем привет на канале Олег Нестеров Брест. И сегодня я вам покажу, что у нас предстоит в следующих передачах. В следующих передачах мы начнем делать Audi 100 в C4 кузове. Немножко она подушатана, конечно, работы будет много, так что, наверное, сделаю отдельную папочку. Если вы заметили, на канале я сделал еще внизу плейлисты, чтобы вам было удобнее смотреть по плейлистам. Не все уроки смотреть все подряд, а там поделено. Кузовные работы там, ля-ля, тополя, всякая ерунда. Ну и вот эта красавица потерпевшая. То есть ее мы будем делать. Попозже я вам ее покажу поближе. Ну а пока, как обычно с утра, анекдот. Ну, дядя Олежу что-то на черный юмор все тянет, блин, вспомнил такой анекдот. Смеялся так вообще. Короче, идет девочка. Девочка даун, да? Идет по лесу такая, грибы собирает. Раз грибок поднимает, а грибок ей. Девочка, не рви меня. Я тебе 3 желания исполню. Так стоит, репу почесала. Чутко. Говорит, хочу, чтобы у меня ушки были, как у слоника. Так, посмотрела. Здорово. Хочу, чтобы у меня глазки были, как у слоника. Ой, здорово, как хорошо видно. Блин, грибок там ухахатывается, короче. Говорит, а хочу, чтобы у меня и носик был, как у слоника. Хоба такой, блин. Да ну капец, вообще я балдею, блин. Грибок смотрит на нее, говорит, девочка, ну ты, говорит, вообще 3 желания потратила. Ну могла бы сказать, чтобы я красивой была, умной, чтобы все, мозги поправились, да, богатой. Да стоит, стоит. А что, можно было... Вот такой анекдот. Не знаю, как вы, Толик, со стула упал. Ну, тупая девочка, я бы себе тачку заказал еще. Бляха, трещит и трещит, Олег, работать-то будем сегодня или нет? Сидит там, всякую фигню про меня думает, как в анекдоте. Так, конкурс продолжается. Если успеете до 1 числа прислать видео, пожалуйста, можно фотоотчеты. 1 числа вечером я открываю папку, она у вас появится, ее пока не видно. Там уже собралось 16, по-моему, видео. Так что будет что посмотреть. И еще раз повторяю. Дизлайки мы не считаем. Считаем, ну, примерно просмотры и лайки только. И 5 лучших мы на сайт, на второй этап голосования. Потом передвинем. Может быть, и все передвинем, посмотрим. Так что вот так. И следующий будет в розыгрыше у нас машинка Риоби. Вот такая машинка веселенького цвета. Вообще неплохая, скажу так, машинка. Толик там уже что-то колотит, блин. Ну и как бы участвуйте тоже. Разыгрывать будем машинку, готовьте видео, скоро будем собирать снова видео, проводить конкурс. Ну и в дальнейшем, как я и обещал, будет более ценные призы, то бишь пистолет, САТА, еще что-нибудь там. Дядя Олежа придумает, вы же знаете, дядя Олеж на выдумку хитр. Так что подписывайтесь на канал. Регистрируйтесь в сайте, в сведения канала можете зайти, там вы найдете и сайт, и ВКонтакте, и все дела, короче. Ну и начнем сегодняшний рабочий день. Сегодня мы проведем пока информативный день, так что видео будет не в уроках, видео будет в отдельной папочке. Еще не придумал, как она будет называться. Ну, как бы в последних добавлениях вы ее увидите.
Сегодня мы как бы просто машину загоним, спланируем, что и как будем делать. Вы посмотрите, какие работы будут делаться. Поэтому будете ждать, если вам это как бы нужно посмотреть, да, пригодится. Потому что делать мы будем и крышу, и верхнюю часть лонжерона в бок тянуть. То есть работы предстоит немало там. Машина идет на полную покраску. Я вообще в шоке, камеру я не достроил. Не знаю, как я буду красить, наверное, опять частями. Ну, зима на улице, хреново, конечно. Ну, уже заждались, да, все, начинаем. Ой-ой-ой, сиденья нету. Погнали наших городских. Мой черный бумер, он всегда со мной. Как я и показывал, крепили мы ее вот так вот. Как видите, насквозь сделали, потому что невозможно было закрепить ни за что. И такую вот конструкцию. Так вот эта фигня выглядит изнутри. Изнутри, то есть мы зажали ее, как видно. Мы тут просто в лонжерон попали, пересверливали, то мы заварим потом эти дырочки. Ну, здесь надо все, конечно, еще почистить. Эту часть машины мы полностью вырезали. Весь бок меняли, потому что сиденье было... На пассажирском сиденье. Колесо тоже было, как бы вся арка внутри. Мы арку саму вытащили, бок отрезали, арку вытащили. Вот такие заломы у нас имеются на крыше. То есть это мы будем все подтягивать вверх. Вот эту часть крыши будем пытаться выпрямить. Там кто-то хотел, кстати, посмотреть. Вот будет замечательная возможность. Здесь тоже как бы все ушло. Тоже будет тянуться нашим колхозным стапелем. Так что смотрите, стакан тоже ушел. На стакан мы сделали приспособу, чтобы тянуть. Тоже посмотрите ее, тоже будет полезно. Здесь вот как бы мы порог, когда вырезали, да, поменяли, пришлось тут обрезать. Получилось, что обрезали в таком месте неудачном. Поэтому вот эту часть порога мы спилили, выпилили, чтобы усилить внутри. Внутри мы как бы усилили, проварили все. Ну, швы это будем обрабатывать и герметиком потом замазывать. Как бы обработаем всю эту ржавчину. Здесь тоже, как видите, уже немножко машина застоялась, конечно. Но это все будет у нас обрабатываться. И вот до сюда мы меняли. Там внутри тоже подусилили. Как бы эта часть поменялась у нас. Тут, как можно видеть, тоже менялось все. Швы это будет все обаккурачиваться, делаться. И снутри, вот как можно увидеть, еще тоже мы не доварили, бросили. Все это надо будет доваривать, делать. Стоечка у нас пока тут половинка, на честном слове. Так что стоечку мы тоже будем менять. Как бы стоечку мы тут оставили, чтобы просто померить проем. То есть в размеры здесь у нас все попадает. Можно смело менять стоечку. Ну и Игорек тут выбрал денек. Тоже решил поработать. Чичи такие напялил, блин. Нормально. Да, парень вообще модный, блин. Ну, как бы морда сама, можно сказать, на месте. Лонжерон так ушел, интересно, что... Как бы передний конец у него на месте остался, выдавило только серединку. Ну и, конечно, косметика будет в основном по машине. То есть машина на полный перекрас идет. Так что, смотрите, будет интересно. Работы много. С завтрашнего дня начнем, не знаю, наверное, с крыши, со стойки, что-нибудь сделаем. Ну вот, вроде я ознакомил я вас с... планом работ, думаю, будет интересно, как мы все это забомбим. Блин, если честно, вообще неохота ее делать, но надо. Так что следите за каналом, следите за новостями, участвуйте в конкурсе, еще раз говорю. Регистрируйтесь на сайте, сайт уже наполняется, уже есть что посмотреть. Много видео выложено, и Антон 100 выкладывает.
И покраска авто Валера выкладывает тоже. И, наверное, сегодня или когда там автокар выложим. Так что, смотрите, будет очень интересно. Ну, а на сегодня все. Просто такой небольшой обзорчик по работе. Во, папку назову «Обзоры будущих работ». Так что смотрим и участвуем в конкурсах. А на сегодня все. И анекдот на пассажок. Эй, мужик, ты что там оттуда воду-то пьешь? Там же со всей деревни говнище сливают. Это ж канализация. What did you say? Двумя руками, говорю, черпай, двумя руками. Вот такой коротенький анекдот. Ну, а я с вами на сегодня прощаюсь. До новых видео. Они будут совсем скоро. Ждите. Через 2 дня открывается конкурс. Будет что посмотреть. Как обычно, всем добра и бабла, правильно. Всем здоровья вам и вашим деткам, вашим близким, всем, кто вас окружает. И не забудьте, будьте чуточку добрее друг к другу.